уважаю. Не уважишь тебя, как же? Я, кажется, маменька из вашей воли не на шаг. Поверила бы я тебе, друг мой, как бы своими глазами не видал, да ушами не слыхал. С кого теперь стало почтение к старшим-то? Я, маменька... Если родительница что, когда ей обидное скажет, то, я думаю, можно и перенести, а? Как ты думаешь? Да когда же я, маменька, не переносила от вас-то? Мать стара, глупа, ну а вы, молодые люди, умные. Ах ты, господи, маменька, да смеем ли мы и подумать только? Ведь от любви родителей строги к вам бывают, от любви вас и бронят. Все добро думают научить, но нынче это не нравится, и пойдут детки славить, что мать ворчунья. Не что, маменька, кто говорит про вас-то? Не слыхала, мой друг, не слыхала. Лгать не хочу. Уж как бы я слыхала, я бы с тобой, мой милый, не так заговорила. Да отсохни язык! Полно, полно, не божись! Грех! Я уж давно вижу, что тебе жена милее матери. Ого. С тех пор, как женился, я тебя прежней любви-то и не вижу. В чем же вы, маменька, это видите? Да во всем. Мать чему глазами не увидит? У нее сердце еще, она сердце может чувствовать. А жена тебя отводит от меня, я вообще не знаю. Да что вы, маменька, ну помилуйте. Ну вот, для меня, маменька, все одно, что родная мать, что вы, да и Тихон тоже тебя любит. Ну, ты бы, кажется, могла и помолчать. Что ты выскочила в глазах появить, чтобы видели все, как ты мужа любишь. Нашла место наставления читать. Напрасно ты это говоришь. Ну за что ж ты меня обижаешь? Ну, я уж давно вижу, что вам воли хочется. Ну ничего, живете. До меня уже на белом свете не будет. Да мы об вас, маменька, денно и ночь на Бога молим. Ой, ну перестань, пожалуйста. Может быть, ты и любил мать, пока был холостой. Да меня и тебе. У тебя жена молодая. Одно другому не мешает. Я обеих люблю. Ну да, ну да. Вижу. Да что ж вы думаете, как хотите? Что я несчастный такой человек, что не могу угодить вам ничем? Что ты нюни-то распустила? Посмотри на себя, какой из тебя муж. Станет у тебя жена, если этого бояться. Да зачем же ей бояться? Она меня любит. Как зачем бояться? Как зачем бояться, милому, а? Прикнулся? Дурак! Что с дураком говорить? Я домой иду. И мы сейчас. Только ты смотри, не задерживайся. Нет, знаешь, маменька. Знаешь же, я не люблю это. Сохрани меня, Господи. Тоже. Вот видишь? Ну чем же я-то виновата? Кто же виноват, я уж не знаю. Да где тебе знать? Мать на нее нападает, да и ты тоже. А еще говоришь, что любишь жену. Скучно не глядеть-то на тебя. Толкуй тут. Что мне делать-то? Знай свое дело, молчи, Курюш, уж ничего не умеешь. Ну, чего ты стоишь, переминаешься? По глазам твоим вижу, что у тебя и на уме-то. Да. Ну а что? Известно, что Ксела Прохофьевичу хочется выпить с ним. Что, разве не так? Угадала, брат. Я мигом, подождите. Что это ты за работой, Глаша? Что делаешь, милая? Хозяина в дорогу собираю. А едет куда, свет наш? Едет, в Москву едет. Надолго ли она едет? Да слушай, нет, не думай, недолго. Ну... В Москве-то они все бегают. Неизвестно зачем. Вот она, суета-то и есть. Ему представится, что он за делом бежит. Торопится. А как придет на место, так и нет ничего. Пустота. Так и мечта одна останется. Так вот и пойдет в тоске. А другому мерещится, что будто догоняет кого-то. А со стороны видно, что никого нет. А тому все кажется, что он догоняет. Суета-то ведь она вроде тумана бывает. Ну... Катя дорога. В Москве гульбище да игрище, а на улицах грохот, стон стоит. А хозяйка будет выть? А нет, уж больно я люблю, коль-то хорошо воет.
А я вас видел вчера. Вы с мужем и со свекровью шли. И сегодня. В церкви. А как вы молитесь? И на лице улыбка будто светится. Thank you.
когда с вами пора. Ну, лошади приехали. Все готово. Да, с вами пора прощаться. Ну? Чего извольтесь? Приказывай, Женя, то как жить без тебя? Так, она честь сама знает. Ты порядков не знаешь. Приказывай давай, чтобы я слышал. Вернешься, проверишь, чтобы все исполнилось. Слушайте, Катя, маменьки. Скажи, чтобы почитала свекровь, как родную мать. Почитай, Катя, маменька, как родную мать. Чтобы не грубила свекровью. Не груби. Чтоб сижа в ручке не сидела, как барыня. Работай что-нибудь без меня. Чтоб в окна не глядела. Ну, маменька, ну когда же? Ну-ну. В окна не глядим. Но молодых парней не заглядывала. Ну, маленько, ну когда же? Ну, что? Матери перечечку, перечить хочешь? Приказывай. У чужих парней не заглядывайся. Ну, все готово. Поговорить про между себя, коли надо. А мы пойдем. Кать, ну ты не обижаешься? Да нет. Кать, ну ты чего? Тишенька, не уезжай, прошу тебя, не уезжай, ради бога, не уезжай! Как же я не поеду, маменька сказала? Так бери меня с собой, бери! Нельзя! Да чего же, Тише, нельзя? Неужто ты разлюбил меня? Да не разлюбил я тебя! А с этого ты неволе! От кого хочешь касаться, жену бишь! Ты подумай-то, я какой ни на есть, а все-таки мужчина! А живу вот этой жизнью, как ты видишь! Как знаю я, 2 недели грозы надо мной никакой не будет! Кандалов на ногах нет! Так думаешь, до жены или мне? А ты чего боишься? Ты не одна остаешься, а с маменькой! Да не разлюбил я тебя, Катя! А с этой ты неволе, от какой хочешь касаться жену бишь. Ты подумай-то, какой ни на есть, а я все-таки мужчина. Вот так жить, как ты видишь, да как знаю я, что неделя две на такой грозы не будет. Кандалов на ногах нет. Так до жены ли мне, Катя? Кто тебя знает, чего ты боишься? Ты ведь не одна, а с маленькой остаешься. Ты не говори ты мне о мнении, не тирай моего сердца. Тишенька, миленький мой, коль ты остался или взял меня с собой, так я тебя так любила, так голубила, манила. Да не разберу я тебя, Катя. Тут тебя слова не добьешься, не то что ласки, то вон как сама лезешь. Тишенька, на кого ты меня оставляешь? Быть беде без тебя, быть. Тихо, пора. Ну, тихо, поезжай с Богом. Посядь. Давайте присядем на дорожку. Что ж ты ему на шее виснешь? Не с любовником прощаешься, с мужем. Мужу ноги надо кланяться. Знаешь, всему это учить надо. Thank you.
поглядывай на тебя. А как не поглядывать? Неужто ты не любила никого? Нет, смеялась только. Странно это, Катя. А ведь ты, Катя Тихона, не любишь. Как ты не любишь? Люблю. А вот... Люблю. Не любишь? Люблю. Не любишь? Люблю. Не любишь? Люблю. Да не любишь? Люблю, люблю, люблю! Мне его жалко очень. Жалко? Да коль жалко, то и не любишь, там любить нечего. Я что, маленькая, по-твоему, что ли? Я давно уже вижу, что тебе другое нравится. Ну, это тоже. А что это мне называть? Небось, сама знаешь. А ты назови по имени. Ну, а что будет, если назову? А вот ты назови и узнаем. А, Борис! Ой, Боря, нога! Нога болит! А что у тебя слово? Ну, ты посмотри, ну, рука, нога, ну, что дальше, а? Бориса Григорьевича! Ну дай его, Варя. Ты только не говори никому. Не говори? Да мне-то что, а? Ты сама смотри, не проговорись, а то я знаю, ты у нас любишь. Вот тебе ключ от калитки дашь. Думаю, сама разберешься. Whoa.
Кудряш, ты что ли? Я, Борис Григорьевич. А зачем ты здесь? Я-то? Ну, достало быть мне. Нужно, Борис Григорьевич. Коль я здесь. Без надобности не пришел. А вот по самому. Куда был? В общем, так. Слушай, Кудряш. Тут такое дело. Мне-то остаться надо. Да? А ты себе и другое место найти можешь. Нет, уж, Борис Григорьевич. Вы явишься здесь первый раз. А у меня место тут уже насиженное. Это наша сварение. И только она про него знает. И вон там дорожка-то тоже мне протоптана. И вы на этой дорожке со мной ночью не пересекайте, чтобы греха другого не свалить. Вань, ты чего? Да что, Ваня? Я-то знаю, что я Ваня. А вы вон иди своей дорогой. Вот и все. Заведи себе сам. Да и гуляй себе с ней. И никому до тебя дела нет. А чужих ты у нас не трогай. У нас так не водят. А то парни тебе ноги переломают. Я за свою? Да я и не знаю. Я тебе горло перерву! Ты чё, Ваня? Напрасно ты на меня сердишься! И смыслик у меня не было тебя водить! Ты не пришел к мне, тебе еле! Ты говоришь, не еле мне! А кто ж велел? Начинать надо. Слушай, Кудряш, могу я с тобой по душам поговорить? Говорите. Кудряш, это ты? Я Борис Григорьевич. А зачем ты здесь? Я-то? Стало быть, мне нужно, Борис Григорьевич, коли я здесь, а вас куда Бог несет? Я сказал, у меня тут дело есть. Остаться здесь нужно, ждут меня. А ты себе место и другой найти можешь? Ведь можешь же? Нет, Борис Григорьевич. Я вижу, вы здесь первый раз. А это наше с вами место. И только она про него знает. И место мною на Кто ж велел?
Слушай, Кудряш, могу я с тобой по душам поговорить? Можете, Батя Григорьевич? В общем, тут такое дело. Ну, влюбились, что ли, в кого? А тут что, замуж выйдут, а что схоронят? Да, Кудряш, у меня все сердце кровью обливается. Так неужто ж замужнюю полюбили? Борис Григорьевич, бросить-то надо. О, нашелся умник. Это тебе легко. Ты одну бросишь, другую найдешь. Я так не могу. В школе полюбил. Эх, любовь. Одни страдания. Бросай ее. Голова кругом. А вообще, существует эта любовь на свете? Или нет ее? Так это же здорово! Мы с тобой еще столько погулять успеем!
мальчик привез. Водка! Сестрица! Посмотри! Чулочки! Московские! Почему люди не летают, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, и так тебя и тянет лететь. Так бы разбежалась, распахнула руки и полетела, полетела, полетела. Попробовать нечто теперь. Я говорю, почему люди не летают, как птицы? Мне иногда кажется, что я птица! Когда стоишь на горе, так и тянет лететь! Вот так разбежалась, руки подняла и полетела! Попробовать нечто теперь! Я говорю, отчего люди не летают, как птицы! Знаешь, мне иногда кажется, что я птица! Когда стоишь на горе, так и тянет полететь! Вот так бы разбежалась, раскинула бы руки и полетела! 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 Начала.
И все это 10 ночей я гуляла. Да не знает она, что говорит. Вообще врет она все. Молчи ты. Да что я С кем? С Борисом. Григоричем. Далеко, Катя. В Сибирь. В Сибирь. Ну, поезжай.
опять жить? Опять жить? Нет. Нет, 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 нет. Дом мне противен. Люди мне противны. Не вернусь. Не вернусь! Люди мне противны. Дом мне противен. Не вернусь сюда. Не вернусь больше никогда. Руки в гробу как складывают? Вот так, да? Да. Тьфу! Вспомнила. Радость моя. Друг мой. Прощай. Ну ничего, ничего. Весна наступит. Ласточки прилетят. Травка зазеленеет. И цветочки распустятся. Красненькие, желтенькие и голубенькие. Весна наступит, ласточки прилетят, травка вырастет, цветочки расцветут, желтенькие, красненькие, голубенькие. Дай молока, четыре глотка для холодного тела, тяжелого сердца, не гаснувшего в себе убитого чувства. Ласточка, ласточка, матери будь, не жалей свой грудь, родимого тела, родимого сердца, не гаснувшего в себе убитого чувства. Пустите!
Пустите, я ее вытащу! Не пущу! Пустите! Пустите, дайте мне... Прокляну, коль пойдет! Дайте взглянуть-то мне на нее! Жива! Катя! 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 Что вы стоите? Ну помогите ей! Ну чего вы стоите? Помогите! 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 Высоко бросилась-то. Тут обрыв. Только на виске маленькая рамка. Вот ваша Катерина. Тело ее здесь, а душа уже не с вами. Вы, Волна, о ней плакать грех! Вы ее погубили, маменька! Вы ее погубили! Вы ее погубили! Вы ее погубили, маменька! Вы погубили! А я на что остался жить на этом белом свете, замучился. Всю ночь просвистела.